Где ты? Я не знаю, где ты, я не знаю, что ты, я не знаю, что делать. ЕЛМБ для взаимодействия. Жесть. Блять. А, нужно убегать, спасибо. Я хочу сократить, как обычно, но не получается. Нахуя ты постучал? Нахера ты стучишь? Да ну нахер. Он открыл дверь. Найти комнату со светом на втором этаже. Инки. Спасибо, Полина, я тебя очень люблю. Да нет, дом прям похож. Коридор такой же с кухни. Милая картина. Дайте нахер! Чё ты вот это вот тут, вот это вот выскакиваешь? Ну, допустим, нашла я эту комнату. Мы тебя ждали, Армин. Фу, какой мерзкий запах от этой двери. Да, я хочу, чтобы меня единорожки пугали. Ну, конечно. Замок у моего зайчика было что-то похожее. На... Блять. Сука. Угу. Прелестно. Записка. Я остался один, но продолжаю слышать топот по ночам и даже смех, который отсутствовал в этом доме так долго. Блять. Сука. Если честно, я аж отвернулась. Блять. Ну, сколько можно? Да-да, ты смотришь за мной. Блять. Блять. Иди нахуй. Сука. Она хочет поиграть с тобой. Спасибо, я наигралась. Нахуй. Перепрыгивать через забор. Фу, Полина, нет, это не шутка для меня. Если что, это уже не я бегу. Может, все-таки в ДБД? Да, я согласна уже на ДБД. Что? Эй, Сарао! Чего? Ты меня слышишь? А ну, отвечай мне. Что происходит? Я ничего не могу жмякнуть. Сарао! Сарао! Какого черта ты здесь делаешь? Эй, а ну говори со мной. Хорошо, Варечка.
А где перевод? На! Молотком. На! Расхерачила лицо, походу. 3 июля. Осуждаю ее поведение. Мам, я намочил постель. Ты так достал меня. Не говори со мной. А мать по съебам собралась. Все понятно. Мам, я сказала молчать. Если не видишь, я тут вообще зато занята. Мам. Ну и хер с тобой. Мать года просто. Хей-хей, ребята, сыграем вместе. Что будем делать, Ранье? Нет, мы не будем. Не говори так. Что будем делать, Ренья? Ну и? Да не будем мы с незнакомцем играть. Сказали же, нельзя. Я не хочу. Ты будешь считать внутри того контейнера. Можешь начинать. Ну, по идее, мы сейчас должны бежать отсюда. Эй, это наш шанс. Валим отсюда. А это вообще нормально? Но ты же не хочешь оставаться с каким-то стрёмным стариком? Давай, побежали быстрее. Видно. Ну, и нас сейчас эта фура будет догонять. А, клоун. Здравствуй. Я же говорила, за нами фургон поедет. Мы не успеем добежать. 20, 10, 15. Все? Это все математики? Что делать будем? Ну, как бы клоун у нас дома. Нам пизда. Записка. Твоя сестра у меня, смотри, ее не потеряй, если не хочешь ей беды. На-ка, лопни все шарики, бедняга. Кошка дёру дала. Тут все так же пусто. Блять, Тама, ты здесь? Ну, конечно, там дверь открыта. Там что-то застряло. Блять, кошка. Я нашел тебя, твою мать.
Забирай велосипед и сваливай отсюда. Ну блин, ну за что? Твоя сестра будет переживать за тебя. Залезь на чердак, да. Так, ну допустим. А на чердак надо было залазить, Варя? Ну, чтобы испугаться, видимо, надо было. Я сейчас что-то со стойки не перевернулась. Да, трэш. Эй, ты! Так, ты и есть самый похититель? А ну, смотри на меня. Он ее сейчас убьет. Да как ты вообще посмел выкрасть у меня детей? Это мои дети, мать твою. У тебя нет никакой власти над ними. Эти дети мои. И я, как их мать, могу делать с ними все, что угодно. А дети просто должны слушать то, что им говорят их родители. Вот что такое счастье для ребенка. А тебе этого в жизни не понять. Эй, ты слушаешь меня? Эй! Сейчас он ее убьет. На! Ожидаемо. Засуждает в подысок. Куркурозный сироп, простите. А ребенок был счастлив. Bye.